Правда, Ростоцкий, ноябрь 28-го 1982 года. Рабочих мест не хватает. Дальше будет хуже. Капец. Приезжие отнимают работу у местных жителей. Ну, сука, бля, иностранцы. Таджиков понакидали, блядь. И пиздец бы на... Нашим великим арстотчанам, блядь. Жителям Арстоцки, блин, просто-напросто работать негде, суки, мать их, а. Эти там, походу, блядь, за копейки, блядь, работают, сука, и заебись, блядь, живется нахер. А настоящую ростовскую силу, а патриотическую силу, блядь, не используют, сволочи. Опять надо идти, день тяжелый. А все-таки же суббота. Увижу скоро, надеюсь. В любом случае, я в твоем дискорде. Ладно, дорогой, береги себя. Винс Лестрейд арестован в Криштине. Сомнений в виновности знаменитого бегуна не осталось. Да, бегал, да и добегался. Да, 28 ноября 1962. Из Министерства труда начинается специальная программа контроля за трудоустройством мигрантов, въезжающих с целью трудоустройства, должны предъявлять действительное разрешение на работу. Понятно. Погоди, разрешение на работу? Ага. Здравствуй. О, блядь, первый работник приперся. Так, фу, блядь, работать целый год. Хорошо, допустим, Доминик Павлик. Ладно, блядь. Ну ты сволочь, ну ты на. Ну у тебя все нормально там, ты по документам, а то я бы тебя хуй пропустил бы. О, здравствуй, дорогуша. Три поездки. Работа. На сколько? 6 месяцев. Ой, вот. А ты посимпатнее, ёпт. О, нихе, еба, 20, бля, 21. Ну, блин, да, базара нет, ёлки-палки. Есть, чем, блядь, посимпатнее. Ладно, это ба. Угу. Пожалуйста, помогите мне. Что такое? Человек по имени Дарья Лудума обещал нам сестру хорошую работу в Арсоцке. Я ему не верю. Я боюсь, что он отнимет у меня паспорт и заставит работать в борделе. Сейчас он стоит в очереди. Умоляю, помогите. Так, это в гости на пару дней. Дарья Лудум. Твою. Бля, это правда? Сука, если это правда, его надо арестовать, этого пиздюка. Бля, где у меня тут какие-нибудь подбрасываемые документы? Ёбаный в рот, я к ним прибегу сейчас. Сейчас. О, блядь, чеченец, кстати, только заметил, блядь. Ладно, дорогой, проходи. Бля, он сказал работали? А, не, он погостить. Да. Чё такое? Скотина, наебал все равно меня в чём-то. ПМЖ. Так, ну хоть, блядь, здесь нету наёба, блин, а ПМЖ просто и все. Суки, мать их, а. Вот, блядь, твари. Ну я сразу видел, мразь, блин. Наебал меня все-таки сволочь. О, здоров. Представлена. Это опять я. Так, теперь все как надо. Бля! Вроде неплохо. А где въезд для иностранцев? Слушай, ну это вообще... Ну хули, блядь? Иди в пизде. Ну, у вас тут, конечно, не правильно, работай как свет. На всю штуку въезд я опять приду. Капец, он как все в хату, блядь, лезет, я охренею. Здоров. Ты поездки... Жить с женой. Исаак по-криски. Вроде все нормально. Алтер Краус. Мужик. Так,
Подвоха не вижу. Блять, давай. Как-то вот пиздюка звали. Дарьеву, думаю. Здоров. Привет, друг. Ах ты, пидор. Это он. Это он. Слышь, про тебя тут говорили кое-что некрасивое. Ты знал это, блядь? Сука, да чего бы доебаться до него, ебаный брат. Блядь, не, я че... Нет! Такие гандоны в нашей обстотке нам не нужны. Пошел нахуй. Не пущу, блядь. Только не в мою смену, блядь. Вест разрешен. Не хуй с ним, блядь. Без штрафа, тем более, блядь. Это твоя фотка, дорогая моя? Ты меня что-то наебываешь. Классическая опера... А, о, даже так можно и теперь. Так, давай посмотрим. Смотри-ка, сука, блядь, все правильно. А, блядь, у меня же это быстрый уже появился. Так, Лэнди Форма. Орвич Ванор. Так. Ну, бля, смотри-ка, она не наебала, это факт. Хм. Слава Астоцке. Здоров, друг мой. Цель поездки? Транзит. Продолжительность визита? На пару недель. Хорошо. Сус и Кастор. Так. Калечье, блядь. Сука, Юрко. Все правильно. Ладно, пропускаем. О, блядь. Так. Да, здоров, чувак. Ох, рабочий. Работа. Насколько? На полгода. За счет. Таренцвета. Так. Ах ты, скотина, блядская. Сокали. Ну ты сволочь, а я тебя-то пропустил, блядь. Фу, блядь, а. Гребаные иностранцы. Тем более иностранцы с калечи, блядь. Рабочий перерон из атаки террористов. 29 ноября 1962 года. Правда, Остоцки. Новое нападение в Криштине. Камикадзе с бомбой обманул охрану. Клуб в Криштине. Танцовщицы убиты. Ёб твою мать. В смысле, блядь, танцовщицы убиты? Блядь, это... Те прокат... Те... Так... Та танцовщица... Та девушка, которая просила помощи? Вот скотина, он добрался до них всё-таки, блядь. Дар... Мот, а? Теперь проверка будет более тщательной. На вашем рабочем месте у своего скана. Во вчерашнем нападении подозреваются калечанские экстремисты. Прежде чем разрешать вес, граждан калечи подвергайте их личному досмотру. Блять. Вот так, блять. Так-то, ёпта. С вами гандонами, блять, по-другому и никак. О, первый калечанец, блять. Положи визит, подумаю, 30 дней, нахуй. Бля. Сука. Все, ёпта, твою мать, давай. Поворачивайся. Так, а я пока что проедусь. Соня Киса, нахер. А ты, блядь. Ладно. Вроде все правильно. Смотри-ка, правильно. Здорово. О, еще один калечанец в гости. На сколько? Месяц. Это заебись. Нам тут, нам такие, как вы, блядь, больше и не нужны, нахер. Суки, мать вашу. Юрко. Опа-на. А это что такое? Слышь, дорогуша. Это что такое, блядь, а? Я ничего не знаю, блядь.
Как и я, ёбаный в рот. Я тем более ничего не знаю. Давай, калечанец нахер. Блять, калечанец. Блин, друзей. Месяц другой. Ладно, зараза. Ты, блядь, пережил, ёлки-палки. А то я бы тебя тоже обсмотрел бы, зараза. Вас, блин, гандонов. По-другому нельзя, блядь, пропускать. То вы норовите все взорвать мне тут, блядь, то еще какую-то хуйню исполнить, да? Бля. О, ты пиздюк. Я вот на... Блядь, вот именно об этом я, сука, говорил. О! Тарас наебал, блин. Слышь, дорогуша, 81 кило. Ты, блин, конечно, да, упитанная, блядь. А снаружи ты не скажешь. Ты ничего не тащишь с собой, а? Не, ну ты такая на вид красавица, елки-палки. Ну, блядь. Почему 81? Тут, блядь, все, если за 60 загонят, блядь, то они орут, как бешеные, блин. А ты, блядь, 8,81 отхавала. Ну ты, су! Ладно, блядь, теперь понятно, схуяли там 81. Пиздец, блядь. Транзит, нахер. Вот гнида, блядь. Трансвестит хренов, а? Залез, блядь. Нергерус. Блять, ты женщина? А то уже был один тут до тебя, нахер. Я хуею. По крайней мере, без штрафа. Бля, пиздец, бабка нахер пришла. В гости. На сколько? 30 дней, месяц. Пиздец, блин. Я у меня горит, нахер. Антегрия, сумки, блядь. Дорогуша моя, нет тут такого цункейда. Ты мне что, наебать пытаешься? Вот я ничего не знаю. А зато мы знаем кое-что, что надо делать с такими, как ты. Пройдемте. Я, блядь. Здоров. Так, о! Восточный транзит там, так, насколько? На пару недель. Это заебись. Только, блядь. Надо мне обыскать тебя. Ну-ка, повернись-ка к сканеру. Мы тебя такой чик-чик сфоткаем, позырим, что у тебя там. Есть что-нибудь некрасивое? Есть. Что это такое, а? Что это такое? Что? Спокойный друг. Без обид. О, иди нахер. Я не подкупаюсь, ёпта. Я не подкуплюсь на такую хуйню. Безобидные лекарства, ты. Здравствуйте. О, еще одна калечанка. Так, транзит. Насколько? Пара дней. Хорошо. К сканеру носом. А я, походу, прочекаю. Бетер бред, блядь. Капец, ой. Опа, на. Вот только попробуй сказать то, что это безобидное лекарство, блядь. Я ничего не знаю. Зато мы знаем. Знаем кое-что. Что вы делаете? Сейчас мы тебе устроим, блядь. Что мы делаем? Здоров. Так. Транзит. 14 дней, это хорошо. А где твой паспорт? А что такое паспорт? Бля, а в натуре, а что такое паспорт? Бля, я впервые слышу даже это слово. Пиздец, нахер, не обр... Бля, как такие люди вообще проходят? Опа-на. Дорогуша, так, транзит на 6 месяцев. Ты, во-первых, проебалась с ответом, а во-вторых, это кто, блядь? Пластическая операция. Ага, блядь. Ладно. Давай-ка, блядь. Блядь. А это что такое?
На пару недель. Хорошо, допустим. Опа-на. А вот это еще интереснее. А? Хуйна. Пиздец, блядь. Что происходит? Тебя повязывают, зараза. Кого наебать захотел тут, блядь? Здравствуйте. Так, работяга. Насколько? 1 месяц. Шлейна. Слово. Блять, отъебись, короче. Ладно. Вроде все правильно, так что давай, проходи. Да, все правильно было. Блять, что-то деньги улетают нахер. Мало помалу. Сука. Много всего надо обсматривать, блять, тут и. 30 ноября 1982 года. Премьер Калечи подал жалобу. По его мнению, обыски на границе нарушают права граждан. Не нормально, бля, нихера себе. Бля. А то, что они уже, я не знаю. Каких, блядь? А то, что они уже там четверых-пятерых наших повалили, а это чё уже, блядь? А это ничего нахер? Типа не считается, блядь? Типа, блядь. Типа всерьез. Фу, блядь. От рук твоих калечианцев у нас умерло 4-5 человек. Эти, сука, ни о чем не говорит. На 30 ноября 1900. Бля. Калечанцы подали официальную жалобу. Ну, суки, гандоны. Сегодня для участия в переговорах на высоком уровне. Нихуя себе, прибывает некий дипломат. Вау. Обязательный досмотр всех граждан Калечи отменяется. Продолжение. Дипломаты должны предъявлять только паспорт и действительный документ, подтверждающий их дипломатический статус. Обновленная информация по документам содержится в инструкции. Давай, что это такое? Угу. Ну, посмотрим. Здравствуйте, дорогуша. О, сразу, блядь. Дипломатический представитель. Угу. Екатерина Любовна. Вот, значит, как. Ну, блядь. Она серьезно настроены. Ну, ладно. Смотри, даже без ошибки. Наши документы, цель визита, работа. На пару дней. Так, ты кое в чем ошибаешься, друг мой. У тебя кое-что другое там указано, блядь. Ну, ошибка вышла. Блядь. Да, ошибка вышла. Из тебя, сука, я, блядь, просираю время. Так, все правильно. Капец, блядь, ошибка, нахуй. Антегрия, Сан-Мармеро. Да, пиздец, блядь. Ты чё, ёб твою мать? Блядь, я тебе сказал, нахер. Разрешение на въезд, блядь, а не пропуск. Я тебе сказал, блядь, нет, не приходи сюда больше, ёлки-палки. С такой хернёй. Ой, бля. Здравствуйте, ваши документы. О, суд. На между... Ого! Нихуя себе, на международный договор. Бля, переговор. А что это такое? Ага, опечатка. Слышь, дипломат. Пшел нахуй, ёб твою. Дипломат, бля, хуйбанат нахер.
Нихера. А ты чё? Кого? Слы, блядь, ты чё охуел? Корман Дрекс. Мне похуй, кто это такой, блядь. Пошёл нахер. Арстоцка. Ленди Форма. Все правильно. Арвич Ванор, так. Ну, все правильно. Слава Арстоцки, Слава Арстоцки, короче. Здрасте. О, блядь. Гости. Так, положите где-то на 3 месяца. Ивана Лазарова. Ладно, у тебя тут все правильно. Так, западный Рештин, так, все правильно, все правильно. Это было просто. Да, было просто. Так, все поездки пустим. На сколько? На 12 недель, наверное, на 3 месяца. Так, не иссяк. Артур Моролин, все правильно. Антегрио Мармеро, да, ладно, все правильно, блядь, давай, иди, короче. А, это та ж засранка, которую я должен пропустить, из-за какого-то хуя. Он, блядь, Алтан. Сука! Ну я хуй его знаю, блядь. У него все, у этого человека все правильно было. Так, ваши документы, платеж. Да, если сработал, уже месяц. Оставим на 1 месяц. Ага. Петра Джонсова. Анте Григориан, блядь. Все правильно. Ладно, можете входить. Добро пожаловать в Арстоцку. Здрасте. Так. Стим. Как долго? На 90. Ну что тут тебе сказать? Ну все правильно. Уже, блядь, вызубрило. Чего? Вот ты с... Уа! Транзит, блядь. На пару недель. Все. Ты проебалась, короче, с датой. Пошла нахуй, блядь. Капец, блядь. У меня были дела. Мне не ебёт нахер. Уже настроение испортила от нас пизда, блядь. Тебя еще не хватало. Здравствуйте. Кто вы такая? Насколько вы гость? Так. На пару месяцев. Так. Ронан Кларк. Блять, ну и давай. Астагория. М, блять. Ты женщина или мужчина? Вопрос. Что за вопрос? Прямой нахуй. Давай, блять, лицом к сканеру. Сиськи есть, значит женщина. Хуй есть, значит мужчина, блять. Ни того, ни того, значит я хуй его знаю, кто ты, блять. Ну это пиздец какой-то, блядь. Чё это за рожа, я ебал, да? Фотошоп ебаный, блядь. Ладно, хуй с тобой, хуй, блядь. Вот тебе, блядь, фотку тоже на память, нахер. Здрасте, ваши документы. Цель визита. Да, ага. Сразу же понятно. У вас просер в дате. Мне похуй.
Все. Улучшение тап, вызов печати. Вау. Ну это полезно будет. Ну сука, блядь, минус 5 нахер. Да уж. Правда, Арстоцкий. Декабрь 1, 1982 года. Калеча, чиновник Арстоцкий шпион. На службу не явился, предположительно мертв. Нихера себе. Это чё за нахуй, блядь? 1 декабря 1982 года. Угу. Бля, погодите-ка. На секунду. Все хорошо и нормально, просто у мобилы садится батарейка. Ну. А мне хоть как-то надо мониторить этот транскрипт. Экрана у меня-то нету. Так, раскрыт секретный агент Министерства информации. Министерство въезда предложило свои услуги в качестве посредника. В течение дня он могут нанести визит. Слова Арстоцки. Хорошо, так, это что за хуйня, блядь, уберите эту бумажку. Следующий, блядь. Здрасте. Здорово. О, нет. А кто? Охранник. Саленс. А, тепленькая свечка, дальше. Ну да, что, бывает, ёлки-палки. Рюмку налить. Это, ну ты послушай. Когда ты кого-то задерживаешь, мне выписывают маленькую премию. Чем больше ты задержишь, тем больше мне заплатят за то, что я их принял. Но это ведь нечестно, а? Тебе тоже должно что-то преподать. Я могу это поправить. Я буду отдавать тебе свои премии 5 кредитов за каждую тупо задержанную. По мне это хорошее предложение. Отдавать деньги буду, как только мне заплатят. Давай друг другу поможем. Ну ладно, блядь, но это при условии, если у самих этих долбоёбов, блядь, неправильные документы будут. Ваш документ. Опа-на. Блядь. Так. 8 недель. Так, ладно, допустим, работай 8 недель. А где паспорт, блядь? Простите, вот. Сука, я, блядь, республика, не соревнуйте. Ладно, нахер. Ладно, блядь. Саманта Гиер, так. Ты же указала, так, 2 месяца работы. Ладно, хуй с тобой, блядь. Нормально, смотри. Да, чеченец. Капец, 192, блядь. Берданка нахер ходячая. Так, ну это Орвич Фонор, Алтан, да, есть там все. Значит, проходи, блядь. Слава Арстоцки. Да, нормально все. Здравствуйте. У меня мало времени. Возьмите вот это. Что это за кауна? Спрячьте получше. За мной идет агент. Проветворяется, что он из мин информации на это вранье. Если потребует документы, дайте им вот это. Не перепутайте. Нихуя себе, блядь. Что это у вас тут творится нахер? Ленди форма. Такая хрень, такое вообще есть у нас? Ленди форма. Да, есть, да. Угу. Ну, блядь, вот все правильно. Давай, Арстоцкий.
Так. Классика, Костя. 90. Ага. Опа. Дорогой, фу, блядь, дорогуша, а это что ты за нахуй? Ну, ты проебалась, конечно. Прочно поделил, короче. Открыть можно? Интересно просто, что это такое? Полное что? Ваши документы? Ваши документы, блядь. Видите, Министерство информации. Вы должны отдать. Ага. О, бери, блядь. Хорошие деньги на полу не валяются, блядь. Молодцы. Так, гости. Один месяц. Ну, это все правильно. Республика. Стеклория. Жем. Еще один алтан. Точно перейти. Ну, блядь, проходил, правильно? Меня зовут Кармандрекс, послышно, правильно? Это что ли? Слушай, я тебе не дам. Ладно, дам. Почитать побыстрее. Ну, сына она... Слышь, мне похуй на тебя, не потеряйте. Я не то, что не потеряю ее, я, блядь, кое-кому отдам ее нахуй. Хотя меня и за вас, блядь, суки, изменником, блядь, засчитают сразу же, скотины. Все, блядь, я погряз в грязи, нахер. Полюбас, блядь. Мне не поверят то, что это говно мне подложили. Опа! Слышь, дорогая моя, ты с какого бодуна, блядь, на 4 килограмма тяжелее? Я, конечно, не против, блядь, что ты такая, ну, здорово питаешься, там всякое такое, прибавила весе, но, блядь, ты, блядь, ничего не... Ах ты, сука! Бля, понятно, блядь. Тебя арестовать надо, дорогая. Вы это видите? Да, блядь! Не, я, не, нахуй, я слепой, нахер, я это не вижу. Ну-ка, пройдемся, нахер. Так, документики для поездки. Ага, нихуя себе. Так, ты мужик? Мужик, блядь, смотри. Ладно, проходи. Ладно, блядь. Так, цель поездки. Гости. Пожить визита наша семья. Да. Вроде все правильно. Количество Юрко тоже вроде все правильно. Проходите. Да, все правильно. Здравствуйте. Для поездки транзит. Как долго? Два дня. Чукарантала, блядь. Артиста, Меркерус. Да, вроде все правильно тоже. Проходите. Вот что такое. О, работяга. Так, работа как долго? Вот. Ай, бля, ты проебался. У меня были дела. Не ебет. Иди в пизду. Следующий, блядь. Здоров. Так. Опа. Схуяли у тебя там 63. Блядь. Ну-ка, давай носом к сканеру. Так.
Ебать, Аллах Акбар, блядь, там у нее нахер сзади пояс шахида нахер. Слышь, это, ты, блядь, ты не охуела такую хуйню таскать с собой? Ничего не знаю. Я тоже ничего не знаю. И нахуй. Ох, блядь. Правда, Арстоцкий, декабрь 2-го 1982. Чистки в колечии и своих не щадят. Причина исчезновения — недостаток улик. 2 декабря 1982 года. О, что это там за машинка подъехала? Так, сегодня вас посетит начальник оперативного отдела по восточному грустину, не ударьте в грязь лицом. Блять, заныкаю нахуй. Пиздец, прям в угол какой-нибудь дальний, блять. О, так. Что так? Вы здесь инспектор. Ну да, и чё? Значит, я за вас ответил. О, да ну нахуй. Дальше за почту начальник 7, похоже, давит потери была ошибка. Чуть за говно. Повесьте это на стену и вернусь через 10 дней. Только попробуйте меня опозорить. Слава Остоцкий. Слава Остоцкий, начальник. И пошли вы нахуй. Здоров. Для поездки. Со своим мужем. Чё, блядь? Ты меня наёбываешь, нахуй? Все как там написано. Блять, если это баба какая-то, я выпрыгну нахуй блять, я хуй, блять. Дорогой мой, ты, блять, пиздец, блять. Фу, блять, пшли нахуй, а хуйна, блять. Толерантники, хуевы, блять. Охуели совсем тут, блять. Разводят мне тут голубитню, блин. Фу, блядь. Транзитом. На 6 месяцев. Дорогуша, а у тебя кое-что тут другое указано. Ошибка вышла, я думаю, 2 дня. Нахуя такой херней страдать, блядь, говорите все по форме нахер и сразу же, блядь. А то я вас хуй пропущу из-за такого. Кости на 3 месяца. Где паспорт? Фу, блядь, раз. Не сказали, так и пиздуйте и говорите им, что нет, я не уйду. Слышь, ты охуел, блядь, я отказываюсь. Дурки, не трогайте меня, хуже будет. Сейчас познаете, где в тигра. У меня законное право въехать в Тарасовку. Думаете, я шучу? Тигр, что-то пропустил. На, сука, блядь! Прикладом въеблет, блядь. Тигры не шутят, нахуй. Львы тоже не шутят, блядь. Орлы. Так, гости на 14 дней. Мы орлы, мы тоже, блядь, не шутим, нахуй. Мы, блядь, видим охуевшего, сразу пиздим его, нахуй. Так, Урбистан, Лорандас. Все правильно, блядь, на аватарке тоже. Да, все правильно. Здоров. Так, причина, транзит, продолжительность, пара недель. Ладно, хрен с тобой. Пара недель, так пара недель. Неправильного нет. Так, Great Repeat, хорошо. Опа! А это что такое?
Продлили, 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 такие нет, да продлили, блядь. Да ёб твою мать. Наши люди готовы начинать завтра. Пропустите их. Ты охуел, блядь. Сука, я это говно не отдал тому начальнику, тупо из-за того, что, блядь, меня бы за... в причастие заподозрили. Бы. А мне уже небось заподозрили, блядь. Что он сказал нахуй? Работу нагло. Да, все правильно. Так, колечко, ведор. Ну да, блядь, там ведро нахуй. Ладно, хуй с ней там будет прохать. Бля, я базарю. О, сука, вот говорил, что не пизди под руку. Ошибка, блядь. Ай, блядь. Ты охуел? Ты, блядь, паспорт предъяви. Умник, блядь, дипломат нашелся мне тут нахуй. Простите, вот, блядь. Вот ты, сука. Республика. Лесронади, нахуй. Вот ты ёбан нахер. Я не понимаю. Но зато мы понимаем, блядь. И кем себя возомнили? Нихуя себе, ты даже так базаришь, блядь. Кем мы себя возомнили? Мы себя возомнили, блядь, пропорядком на этом пропускном пункте, блядь. То есть. Вообще мне. Блять, это правильно? Да. Ой, в клетре. И там все правильно. Ладно, проходи. С тобой там проблем не должно быть. Нету проблем. Аллилуйя. Так, кости. На 14 дней. Хорошо. Изабель Клевен. Все правильно. Арбистан. Скал. Все. ЖЖ. Аватарка, аватарка. Все правильно должно быть. Да, все правильно. Да. О, мистер Стоцкий, приторся. Опана. Блять, ну вы меня расстраиваете. Ёбаный в рот. Только не говори то, что у тебя там контрабанда, я тебя уебу. Блять, только не контрабанда. Идока, он просто ожирел. Кеннистона. Конфе, так. Угу. Ладно, все правильно. Лава Стоска. Ага. Стефан Зайна. Пока. Ох, блядь, ты успела. Нина Сержанова. Капец, блин. Да, все правильно. Проходить. Нормально, нормально. Мало-помалу, но поднимаемся.